Антон, ты забил сегодня свой первый гол за «Локомотив» в официальных играх. А чего больше все-таки, радости от гола или каких-то других эмоций от матча? Нет, все-таки больше, наверное, то, что забил хорошо, но это не принесло никаких положительных результатов. И то есть этот момент огорчает. Ничья, неужели не положительный результат? Ну, еще нет, мы должны были выигрывать эту команду. А почему, может быть, не получилось забить еще один, или почему пропустили? Ну, не знаю, в первом тайме были моменты, наверное, где-то надо было вот из них выжимать, потому что второй тайм выдался немножко другим, более от обороны, и уже могли пропустить. Поэтому нужно было в первом тайме уже ставить точку. И... Не хватало брата на поле? Ну, конечно, не то, что не хватало мне, мне кажется, команде не хватало его все-таки. Леша хороший игрок, поэтому, мне кажется, он мог принести что-то положительное. А следующая игра с «Шерифом» через 2 недели уже, да, получается. А вот такой маленький промежуток, это во благо? То есть не успеете еще забыть по свежим эмоциям или лучше бы побольше был? Ну, сейчас, на самом деле, честно говоря, об этом думать не хочется, потому что впереди еще очень много серьезных игр, опять же, в чемпионате. Но мне кажется, это, если говорить уже о «Шерифе», то это положительно, потому что, я думаю... Мы уже знаем, как команда будет играть точно, мы будем дома, это нам даст еще больше сил, энергии. Я думаю, мы обязательно должны выиграть.